Олег Кравчук, старший прапорщик 128-й отдельной горно-пехотной бригады, получил тяжелые травмы в результате взрыва в Дебальцево. В больницу скорой неотложной помощи Харькова его доставили с ожогами 4-й степени. У бойца были поражены 40% тела. Харьковские врачи сделали все от них зависящее. Настал тот момент, когда лечебный процесс уже завершен. Проведено ему ряд операций по восстановлению кожи. Сейчас началась стадия реабилитации, и мы его активно начали в этом плане с ним работать. Я думаю, что этот процесс у нас в стационаре продлится где-то 2-3 недели. В последующем он поедет дальше на реабилитацию. Чтобы пройти реабилитацию в США, Олегу Кравчуку, отцу четверых детей, необходимо 200 тысяч долларов. Собрать неподъемную для семьи сумму помогали все неравнодушные. На счету военного был 1 000 000 гривен. Жене бойца Ирине, которая занималась сбором средств, пришло сообщение о том, что ее мобильная карта заблокирована. Женщина заподозрила неладное и обратилась в банк. Оказалось, за одну ночь неизвестные сняли со счета 200 тысяч гривен. Меня зарегистрировала Приват-24, чтобы я подивилась, яко вечером то число с півночі до 5 ранку мене знімали по 10 тисяч, 13 тисяч гривень. Типа і такий перевод, що навіть не можу відкрити, що з карти на карту якось воно йшло. Я навіть не знаю, чого так йшло. Я її спитала, кажу, а що це? І від години по півночі до 5 ранку мене зняли 27 числа, мене зняли до 200 тисяч гривень. Банковские эксперты говорят, мошенники концентрируют свое внимание на крупных суммах, над которыми не ведется почасовой контроль. Говорят, Ирина Кравчук допустила типичную ошибку. По словам женщины, пин-кодом был год рождения мужа, что упростило мошенникам работу. Вы знаете, что пин-код можно поменять. То есть не то, что вам дадут в банке, вы можете сами его выбрать. Поэтому не следует выбирать простой пин-код, который можно либо догадаться, либо просто подобрать элементарно. Часто ставят там дату своего рождения, либо адрес, либо телефон. Вот это же очень легко, просто 3-4 раза попробовать и можно найти. Делом о мошенничестве занимаются правоохранители Дзержинского райотдела милиции. Пока выясняются обстоятельства правонарушения, информацию не разглашают. Начало реабилитации Олега Кравчука в Штатах назначили на 20 февраля. Родные бойца надеются, что к этому времени разыщут и злоумышленников, и пропавшие деньги. Елена Захаренкова, Ульяна Перескотская и Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».